Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. 4 ноября на престольный праздник в Терноводске состоялся первый молебен в местном новом строящемся храме в честь Казанской иконы Божией Матери. С 1999 года богослужения в поселке совершались в бывшем складском помещении, к которому 20 лет назад было добавлено кирпичное крыльцо, а позже в самом центре поселка начали возводить и новый большой деревянный храм, спроектированный в православных традициях в виде креста. Есть сведения, что первый дом Божий на 800 богомольцев тут был построен еще в 1859 году, просуществовав до 1936, когда его переоборудовали в школу. Теперь пришло время восстановить церковную жизнь села в прежнем ключе. Эти традиции расходятся далее по всей Церкви Христовой, по нашему любимому Отечеству, в том числе. Наше упование на Матерь Божию, надеюсь, будет в общем, постоянном и весьма-весьма горячим. Христовая Богородица, спаси нас. Всех поздравляю с нашим престольным и общероссийским праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. Богослужение следующее у нас, дай Бог, чтобы получилось так, как мы с вами сейчас задумаем. В субботу вечером всеночный день, другие воскресные дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Новые церковные помещения из темных бревен отличаются особенным уютом, как отмечают прихожане. Почти все инженерные работы тут подошли к концу. К престольному празднику и иконы уже были перенесены в новое строение из расположенного неподалеку от него молельного дома. Первое богослужение было не длительным по времени, но очень воодушевляющим. Ведь уже недолго ждать терноводцам освящения престола нового Дома Божьего здесь.